Всем привет! Сегодня я вам покажу и расскажу, как заказать новые монеты, которые только вышли или которые вышли раньше, на сайте Национального банка Украины. Для начала мы заходим на сайт, ссылочка на него будет в описании. Допустим, мне интересны монеты с недрагоценных металлов. Я выбираю монеты с недрагоценных металлов. У меня очень долго грузится. Вот, загрузилась. Монеты с недрагоценных металлов. Тут мы видим огромнейший выбор. Юбилейные монеты, тираж которых составляет 1 000 000 штук, номиналом 10 гривен. Также вот интересная монета. Чернобыль, ведро Джинни. Кинь Пржевальского. Очень интересная монета, цена 104 гривны. 2021 год выпуска. Тираж 20 тысяч штук. Монета очень красивая, но ее я себе пока что покупать не буду. Я уже заказал себе монеты и покажу, как они пришли, как были упакованы и какие пришли монеты. Ну это, ребята, по поводу монет с недрагоценных металлов. Еще также есть здесь биметаллические монеты. Тут биметаллических монет 3 штуки, и они все из драгоценных металлов. Серебряные монеты. Загрузили серебряные монеты. Их тут выбор такой нормальный. Целых 10 штук. Очень интересные есть монеты. Вот, Меджибиска Фортеция в футляре. Давайте посмотрим, что это за монета. Очень интересно увидеть ее фото, приблизить. Но вот я смотрю, в капсуле она находится в футляре. Выглядит очень-очень красиво. Вот такая вот монета. Меджибиска Фортеция. 10 гривен, серебряная. Очень красивая. Такую монету я, конечно, себе хочу. Но цена 1832 гривны. Давайте, ребята, покажу, как же заказать монеты. Допустим, я хочу заказать, опять же, возвращаемся, монеты с недрагоценных металлов. Так, давайте, пожалуй, закажем монету на варке життя. У меня эта монета есть, но я покажу для примера, как это делается. Нажимаю «Купить сейчас», «Купите зараз». Вот такая у нас здесь картина. Я нажимаю «Оформить заказ». До сплаты 10 гривен. Цена этой монеты равна ее номиналу. Нажимаю «Оформить заказ». Далее, ребята, вы проходите процесс оплаты. И все. Вам потом придет на e-mail, когда вышлют. Высылают довольно долго. У меня этот процесс занял 2 недели, так что не переживайте, вам обязательно вышлют. Теперь смотрим, как же выглядит посылка, которая придет вам на почту. Ребята, итак, вот мне пришла посылочка моя. Шла она около 2 недель. Давайте ее вскроем, она пришла вот в таком вот пакетике. Сейчас откроем. Так, ребята, тут внутри вот такая вот пупырка в пакете. И сами монеты упакованы в вот такую пупырку. Так, тут их две упаковочки. Давайте раскроем аккуратненько, посмотрим первую. Такая, ребята, у нас первая монетка выпала. 100 років в українській дипломатичній службі Міністерства закордонних справ України. Дуже красива монетка. Так, йдемо далі. Вторая монетка. Це у нас Український державний банк 100 років.
Также прекраснейшая монетка. Тоже в капсулке. Следующая монета. Это 2 гривни. Ага, Тангел Крымский. Очень хотел эту монету я. Красивая очень. Ее у меня 3 или больше штук. Также такая же монета. Еще одна. И также, ребята, еще одна. 4 штучки я их заказал. Очень они красивые. Давайте переходим к второй упаковочке. Очень легко, хорошо открывается. И очень качественно упаковано. Эта монетка, ребята, 100 лет создания украинского морского флота. Прекрасная. Еще одна монетка. Такая же. Я заказывал, старался каждой монетке в 2 экземплярах. Ребята, очень хорошо упакованы. Вот такая следующая монета. 100 лет воздушных сил Украины. Монета, посвященная воздушным силам Украины. Давайте вскрываем далее. Ребятки, следующие монеты — это пограничная служба Украины. Также в 2 экземплярах. Ребятки, также монеты. День памяти защитников Украины. Такие вот красотки. В конце распаковки пересчитаем, сколько всего монет. И еще вот 2 монеты. День украинского добровольца. Тоже 10 гривен. Давайте, ребята, пересчитаем, сколько у нас монет. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 десюликов. И в капсулах 16 монет в общей сложности. Очень доволен я своей покупкой. Дошли они в ценности и сохранности, эти монеты. Огромное спасибо Национальному банку Украины. Ссылочка на их сайт будет в описании. Спасибо вам, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на группы в разных соцсетях. И всем до новых встреч!